В общем-то, всем привет, дорогие зрители, с вами Данил. Возвращаемся мы в Need for Speed Most Wanted. И в прошлой серии я никак не мог отобрать этот грёбаный Макларен у гонщика. И за кадром я его отобрал. Это, и выглядит он достаточно круто так. Ну что ж, давайте проходить, продолжать и изучать эту машинку. А начнем мы с Redshift. Давайте сразу начнем, как всегда. Нитро нам нужно позарез, поэтому... Поэтому нужно первое место. Когда-то эта гонка была сложной, но сейчас она уже легкая для нас. Так. Ну, у машинки звук выхлопа достаточно прикольный. Мне нравится. Вот он Lexus, на котором мы в прошлый раз, в прошлой серии с вами гоняли. Но сейчас он уже в прошлом. Маруся, подвинься. Так, это уже очень легко становится. Макларен, ну, чувствуется прям скорость на самом деле. Надеюсь, меня так сильно бомбить не будет. Опять же, в этой игре меня в прошлый раз бомбило. Потому что самые бесящие гонки у меня здесь — это засада и разбег. И всё. Блин! Нормально. Нас догоняют, но ничего страшного, потому что только первый круг. Нас догоняет грёбаный мент, но опять же. Да нормально все занимает, что ты мент. Плоские у них шутки. Угнать и покататься, конечно. Никаких подкреплений, ясно? На самом деле очень легко. Управление у этой машины просто замечательно. Так, чтобы этих идиотов не таранить, я вот здесь вот проеду. Я там, кстати, чуть об колонну об эту не разбился. Это было жестко, жестко. Так. Ну-ка. Конечно, хороши, я так и думал. Никто. Боятся они вообще. Блин! Не-не-не-не-не. Вот в некоторых местах я подтормаживаю, потому что... Я пишу в стенку здесь, на небольшую скорость, тут даже аварии не будет . Конечно, мы не прекращаем, мы не прекратим. Ой, блин! Менты, опять ваши шутки? Шутки-прибаутки. На дороге, я знаю. Не успели сфоткать. Я рад. Я очень рад, что я финишировал. И то, что объект со мной... Ой, то есть... Тьфу ты, контакт со мной восстановлен. 60 тысяч осталось. И следующий у нас Porsche, потом Lamborghini, а потом не пойми, что будет. Потому что я не знаю, что там дальше будет. Скорее всего, какой-нибудь, я не знаю, там... Феррари какая-нибудь.
Или BMW какая-нибудь i8. Ну, я не знаю, что там будет дальше. Нет, нет! А. Тихо. Вылази. Так, давайте следующую гоночку. Pumping Iron. Вот, тут опять начать можно сразу. Давайте сразу и начнем. Так, это мы не смотрели, поэтому я это не пропускаю. Потому что, как в прошлой серии я отметил, то, что я не хочу это больше пропускать, потому что предыстория этой гонки интересна все-таки. Ну, тут ее не было, конечно. Так. Так, здесь я... Здесь в прошлый раз я на Лексусе занял первое место. Или это не она была? Нет, это была не она. Ой, ой-ой, извиняюсь. Я вообще не... Я вообще забыл, что это за гонка. Тихо-т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 ихо
трассу эту забыл, я эту гонку выполнял давно. Вроде, ну, за какую-то машинку. Такую. Не особо такую. Блин, уже 1 километр остался. Охренеть, что так быстро. Так, кто-то на дорогу вернулся. Не-не-не-не-нет! Быстрее! Быстрее! А, это мент мне догонять, ура. Ох, ни хрена себе, мент, ты что творишь-то, а? Дерзкий, резкий, как пуля, резкий. Первое место, среднее, до гонки 47 тысяч осталось. Ну, давай. Но я максималки никогда не достигал. Усилий наше синение. Я там вес увеличивается. Блин. Быстрее! Никаких ответов. Так, там заградка, так что вот сюда поедем. Нет, никаких ментов. Не-н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 е. Что с тобой? Я поеду пока отсюда. Ну ты что меня увидел-то, ну? Я ж хотел уехать от тебя. Отвали от меня теперь. Чё тебе надо? Отстань. Отстань. У меня машина быстрее. Отстань. Чё же они так в повороты входят хорошо? Отстань. Сейчас опять блокпост будет. Отстань. Да опять, что ли, мен? Да... Вы меня бесите уже. Давай, разворачивайся там. Вот. Все. Не смейте мне впереди мента поставить. Где там? Блин, я вижу. Мигают, блин. Охреневшие сучёныши. Не-не-не-не-не-не-не. Хрен вам. Так, кольцевой заезд. 4,9 километра. Так, Эмерсон был, короче, какая-то хрень. Поехали уже.
Давай, это не видел, смотрим. Подземная трасса. По-моему, это с ментами что-то связано, нет? Мигалочки. Вот этот красное свечение очень похоже на ментовские мигалочки. Что мне не нравится. Нет, нет ментов, отлично, все хорошо. Надеюсь, и не будет здесь ментов, потому что это будет хреново. Так, нахрен идите, нахрен пошла. Так, вы двое, сладкая парочка, идите тоже нахрен. Ни хрена себе она летит, блин, уже. Боюсь представить, какая ломбарджи не будет здесь. Сама первая машина теперь будет вообще в два раза быстрее, чем вот эта вот. Не-не-не-не-не! Чуть по стенке не поехал. Меня догоняют. Меня догоняют. Хрена себе. Хрена себе повороты. Я эту карту не знаю. А? Вы же не входите в повороты, да? Они притормозили нормально. Я без тормозов еду. Хотя бы без тормозов. По-моему, сейчас второй круг должен быть, да? Ну, где? Вот здесь, да? Здесь мы начали. Да, вот. Тихо! Тихо! Кто? Кто? Панамера. Панамера такая быстрая? Да невозможно. Да не верю. Да нереально. Да невозможно, нереалистично. Давайте еще велосипед будет быстрее. По-моему, они турбоускорение используют какое-то, о котором не знает человечество. Ну, либо полное нитро. Там вроде взрывное ускорение какое-то. Хотя у них нитро вообще нет. Я отрываюсь. Вот это отличный занос, в который они не должны вписываться нормально. И снова в этом же месте фургон, блин. Блин, жестко. О, отлично. Не так уж и сложно на самом-то деле, да? 32 тысячи. Ну, это где-то, может, три гоночки. Трека выше. Ну, я тогда бездорожье потеряю. Ну, хотя разгон управления. Ну, давайте применим. Легковесное шасси. Ничего, в принципе, в плохую сторону не меняется практически. Так что тоже применим. Так. Но... Хорошо, от ментов не надо отрываться. Так что давайте... Какие тут вообще есть раскраски-то этой машинки, ну? О, желтая классно выглядит, кстати. Оставлю, пожалуй. Спорт, спринт. Чё-то, по-моему, все гонки можно начать практически. Так, это ж мы видели, или я пропускал это? Я не помню. Ну, давайте посмотрим, чё. Особо не очень интересно, конечно. У меня желтый цвет. Плюс 100 километров в час дает, я надеюсь. Гоночный желтый выглядит как... одуванчик. Одуванчик... А тьфу, блин! Да куда ж ты-то? Куда? Игрушечная радиоуправляемая машинка, куда ты?
По-моему, это реально сложно. По-моему, на первое место тут вообще нереально. Потому что там вроде впереди Бугатти, если я не ошибаюсь. Даже вот этот вот Поршик обогнать сложно. Вот этот вот. Хотя ладно, нормально. Лексус! Родной! Блин. Да ну нахрен. Хоть третьим будь. Пожалуйста, хоть третьим. Нитро бешеная, давай. Лексус, подожди, постой. Чего? О, Лексус, здорово. Это же... Нахрен пошло. Не-не-не-не-не-не-не, никому не позволю. О, ну отлично, чё. Ну, Бугатти Вейрон Суперспорт обогнать на такой машине сложно. Я даже личный рекорд побил. Разгон увеличивается, конечно же, применяем. Ай. Бугатти, стой. Подожди меня. Можно я его разобью и себе его машину заберу, а? Стой! Стоять! На! Чё, не сдох, что ли? Стой! Да ну его нахрен, короче. Это Бугатти гребаный. Следующее. Кольцевой заезд. Чё-то засады нету. Заметили? Я заметил, засады нету вообще. Блин, опять по этому кольцу спускаться. Ну ладно. Stopping power. Так, ну что ж. Это сложно. Это глаз! Блин, я пропустил. Я пропустил. Я не хотел пропускать, но я пропустил. Ну ничего, не критично. Ой, вот угол можно вписаться было. О, опять Бугатти, ну какого хрена, ну я же ее не обгоню никогда в жизни. Я ее обогнал. Она же ехала не на полную мощность, я уверен. Я почти 300 километров в час сейчас ехал на этом Макларене. Мне мой одуванчик починили. Ну, Макларен. Вырубил мента! Меня Ламборджини вырубил. Я вырубил мента, меня вырубила Ламборджини. Или что это было вообще? Что это было? Спасибо. Спасибо, что одобрено. Хотя я не знаю, кого она имела в виду, 10-4. Я не очень в этом разбираюсь. По-моему, я врезался. Да. Офигенная гонка. Мне она очень не нравится. Она тупая. Так, не смей шипы сбросить, сам в них попадайся, чёныш. Так, очень опасно, я еду вот за ним. Очень опасно. А! Что это было? Я двух идиотов столкнул. Я просто сквозь них проехал. Без аварии не обойдется, ты уже знаешь, сколько их сделал. И я, и ты, и мы, и все. Здравствуй, Бугатти.
Чего ты сквозь шипы-то не проезжаешь, а? Хотя он все равно их не пробьет, у него пулестойкие покрышки. Вот кто его сюда поставил, а? Вот кто этого придурка сюда решил поставить? Нахрена он нужен-то здесь был? Нахрена? Кому он нужен был здесь? Какой толк он тут выполнял, что он тут стоял? Ну да, чтобы я в него врезался, да. Ачивку, блин, в руки тебе. Видишь ты меня. Спасибо, блин. С какого перепуга-то она открыта второй раз-то? Она же была открыта. Здравствуй, Бугатти, можно? Пошла отсюда. Никто не смеет меня обогнать, я первым хочу быть. Ну да, я не собираюсь с вами вообще церемониться. Когда я первый, блин, в этой гонке, охренеть! Шесть тысяч 730 осталось. Чё это? Восстанавливаюсь шины? Полная нитро? Нет, говно. Я пробую уже. За 25 минут уже почти. Что это за хрень? Что это за хрень сейчас? Едь! За 25 минут я уже почти дошел до... До Поршика до этого. Ой. А они только счастливы, то что несколько теперь у нас. Да какой заблокировать, я еду, вообще никого не трогаю. Чё вы несёте? Ещё еду, никого не трогаю. Чё вот это... На арматуре этой надо было. Отстаньте. 4 мента едут уже. За что вы так со мной? Я же не убил никого, не убил. Во. О, мастерская. Давай. Опа. Так, все гонки уже прошел. Все. Все гонки прошел. Это что мне теперь делать? Ладно, давайте возьмем на пофиг уже тачку. Чё за Ламборджини у нас? Нет, Ламборджини нет, нет, нет. Форд. Вот это тот пикап давайте возьмем. Почему бы и нет? Пройдем какую-нибудь легенькую гоночку за него. Зато на нем вроде бы можно всех таранить. О-о-о. Махина-то какая, а. Ну-ка. Ага. Даже аварии нет. Да неплохо он разгоняется, чё? Ну-ка давай что-нибудь тяжелее. На! Охренеть. Вот это махина, блин. А разгоняется-то как хорошо, а. Блин! Да блин! Ты меня не видишь. Сказал, ты меня не видишь, блин. У меня задание впереди, но чё вам надо от меня? В конце-то концов, а? Никаких подробностей, я сказал.
подожди ты, а. Get to the chopper. Это разбег. Ненавижу. Да не хочу это смотреть, я уже это смотрел. Или это не смотрел. И говорил, не буду пропускать, а сам пропустил. Короче, похрен вообще посрать. Поехали. Уже назову это его. Вот это место я ненавижу. Нормально. Тут далеко ехать-то. 5,8 километра. На такой машине. Чё-то как-то жестко. Давай, ну не понижайся скорость. Вот как такая бандура входит в занос нормально? Вот как? О боже. Я, по-моему, этот разбег за Шелби Кобру выполнял. Где я не знал, куда ехать мне. 200 километров в час эта хрень едет. Этот Раптор, блин. Ого. Ого. А если я среднюю скорость 200 наберу? Может, вы мне 100 тысяч спидпоинтов дадите? Ну, хотя не достигну такой скорости. Но 170 это уже повод гордиться. А, по-моему, вот в... Да, вот в этой гонке я как раз и не знал, куда мне ехать. Вот сюда мне ехать. Отлично. Изи просто. Изи катка. Все. Погнали. Только не на этой машине, конечно, погнали. Да, у меня даже мощности не хватило, куда проехать. Ну, долго это еще будет, а? Вот, отлично. Так, все, прощай, Раптор. Ой, какие гонки-то, ёпта. Где моя... Ой, тьфу ты, Маруся, блин. Как там называется? Макларен. Ох, какой разгон большой. Погнали. Макларен под 4.12C. Надеюсь, не 10 километров ехать до гонки. Ну, почти, блин. Опять серия долгая получается. Хотел на 20 минут сделать, получится опять на 40. Может, даже на больше. Но если уж с первого раза не получится, наверное, я... Это... Хотя я отсюда вырежу пару моментов, но все равно. Опять долгая получается. Скорее всего, если сейчас с первого раза не получится, мы тогда в следующей серии пройдем этого Поршика. Менты, идите нахрен отсюда. Что, подожди, он сказал? Нам на районе нужна помощь, он сказал? А, белый Макларен. Все. Это все, что вам надо знать.
нормально вождение, все нормально. Каждый день так вожу. Ой. Каждый день так вожу. Вот опять в то же самое место еду, где я с раптором с этим попрощался. Вот что за хрень, а? Вот опять туда еду. Реально, блин. Ой, я не туда поехал. Porsche 918 Spyder. Ну-ка. Смотрим интро Porsche-ка. Ну-ка, давай, удиви меня. Впечатляющий. Ну, надеюсь, он сам такой же впечатляющий будет. Поехали уже. Ого! Хрена себе уже. По-моему, я его не обгоню никогда. Я от тебя такого не ожидал. Ты что, на меня смотрел, что ли? На меня засмотрелся. Ни хрена себе на карту, посмотрите, как он быстро меня догоняет. Это что за хрень вообще такая? Это как вообще делается? Это как вообще работает? Это как вообще называется, блин? А? 8 километров, блин. Ну зачем? За что? Почему? Нет! Врежься в меня! Он проехал, по-моему. Конечно. Я вообще обгоню. Я вообще возможно обогнать, слушайте. Это сложнее, чем с Лексусом. А, нет. Накаркал. Не сложнее, нифига. Просто надо нитро использовать и все. Без нитро здесь вообще не живется. Вот его в него в мент врезался и стопорнул его, но он, блин, телепортируется. Он телепортируется, серьезно. А вот здесь как? Лучше сюда, чем в шипы. Ей-богу. А чё он остановился? Четыре километра. Он где-то возле автомастерской потерял. Нет, он нифига не потерялся. Он идиот, он наркоман. Он едет уже за мной. Такое ощущение, что я ему дорогу показываю. Оу! Внезапный мент! Нет! Не-н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 е, Поршик, не-не-не-не-не. А слушайте, а мы же здесь были. Блин, он срежет сейчас. Он не срезал, отлично.
Пожалуйста. 1 километр остался. Не обгоняй меня! Мент, останови его, пожалуйста. Проводи его, да. До порога проводи. Не упущу. Жду. Прилежно себя веду. Нитро использую, да. Отлично. Бугатти? Следующее. А кто на первом месте, если Бугатти на третьем? Быстрее Бугатти есть тачки. Нет! Стой! Стоять! Стоянка! На! А он чё? Так все, я его убил. Я его убил? Машины. Я его вывел из строя. Отлично. Смена. Порше 918 Спайдер. Ну-ка, заценим. О, да. Ну что ж, на этом мы с вами будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Данил. Всем удачи и всем пока.